Уход за лимонным деревом. Расскажем, что нужно знать о выращивании лимона дома, какая температура нужна, когда поливать и подкармливать. Многолетнее зеленое растение лимон красиво цветет до 9 недель, а также дает плоды. Для того, чтобы ваше лимонное дерево точно плодоносило, нужно правильно его посадить и использовать подходящую технику ухода. Что нужно знать о выращивании лимона дома? Семена можно брать из покупных лимонов, садить в рыхлый водопроницаемый грунт. Кислотность от 6,5 pH до 7 pH. Состав: 1 часть торфа, 1 часть универсальной земли. Семена лимона сначала нужно очистить от мякоти и промыть под теплой водой. Углубляют их в подготовленную землю на 1 см, а затем накрывают пленкой и проращивают в теплом месте с просеянным освещением. Температура для появления первых всходов 20-22 градуса. Периодически снимать пленку, чтобы земля не запаривалась, всходы проклюнут через 1,5-2,5 недели. Основной уход за лимонным деревом. Первое. Подбор температуры воздуха летом и зимой. Второе. Освещение и влажность воздуха. Третье. Полив и подкормка лимона. Четвертое. Обрезка дерева. Выставить лимонное дерево на южные окна, так оно будет получать больше всего освещения. Летом же, напротив, нужно переместить лимон на восточные или юго-западные подоконники, так как лето всегда обещает быть жарким с прямыми палящими лучами. Перестрахуемся, не будем подвергать растения видоизменениям. Молодое лимонное дерево нужно постоянно проворачивать один раз в 15 дней, чтобы поспособствовать равномерному наращиванию листвы. Зимой освещать также надо, причем при нехватке естественного источника света используется искусственный, подсветка до 6 часов в сутки. Летом температура воздуха от 20 до 22 градусов – вполне приемлемый критерий для плодоношения. Повышение температуры должно происходить постепенно. Например, чтобы начать наращивать листья весной, лимонному дереву не нужно выше 15-17 градусов для бутонов и нормального развития цветов, от 14 до 17 градусов, а далее выше, если нужны плоды. Зимой температура воздуха не скачет, комфортная отметка плюс 14 градусов. Допускается колебание температур на пару градусов, плюс-минус 2. Полив и подкормка лимонного дерева. Увлажнять начиная с мая, заканчивая сентябрем, далее вводить период покоя, частота полива 1 раз в 1,5 недели. Почвенная смесь должна немного подсыхать, но не браться корочкой. Использовать только отстойную воду. Вводить дополнительное опрыскивание отстойной водой в зимний период, сухой воздух от батарей плохо влияет. Удобрять минеральным комплексом по одному разу в 1,5 месяца. Начинать с весны и увеличивать частоту по одному разу в 2 недели, зимой не подкармливать. Что использовать для подкормки лимонного дерева? Вытяжку из золы, настой березы, вытяжку конского навоза, разбавленную в 5 раз водой. Азотные удобрения до формирования бутонов плюс фосфорные в период цветения и плодоношения. Проводить обрезку лимона регулярно. Крона должна формировать равномерно, не давайте ей сильно разрастаться. Удалять сломанные, засохшие побеги, растущие внутрь и выбивающиеся из общего ритма. Вводите прищипку. С момента формирования 20-сантиметрового нулевого побега прищипнуть. Оставлять до 4 развитых листов с почками. Обрезать по принципу елочки. Каждый последующий побег короче на 5 см. Пишите в комментариях впечатления от ухода за вашим лимонным деревом и обязательно подписывайтесь на канал TNH Info.